Итак, всем привет! В сегодняшнем видео хотел бы показать вам парочку интересных приложений, которые появились в моей операционной системе. Первое — это Змейка, то есть классическая игра, классическая Змейка, которая всем так полюбилась с детства в мобильных телефонах, на старых Сименсах, Нокиях и так далее. Значит, ну, собственно, в чем ее суть? Двигается по экрану небольшая змейка, генерируются небольшие кусочки еды, эта змейка должна схавать эти кусочки еды и тем самым увеличить свой размер, свой рост. То есть и основная цель игры — это добиться того, чтобы змейка заполнила весь экран. Вот, змейка постепенно хавает, может как бы пробираться сквозь границы экрана вот таким вот образом. Вот, управляется все это дело со стрелочек, то есть стрелочки вверх, вниз, слева, вправо с клавиатуры. И, разумеется, если змейка врезается в саму себя, то игра вылетает, ну, скажем так, с неким, не с ошибкой, а с неким итогом, что игра закончится счетом таким-то. Ну, разумеется, возвращает все дело на рабочий стол обратно. Значит, при каждом движении у нас отнимается 5 очков, при каждом поедании вкусняшки у нас добавляется 300 очков. Вот, вот таким вот образом. И, собственно, чем дальше вы играете, чем дольше вы играете, тем сложнее управлять этой змейкой. Ну, в ближайшее время я хотел сделать еще уровень сложности, то есть, чтобы по колесику мыши можно было увеличивать и уменьшать скорость этой змейки. Но, в принципе, это не критично. То есть, главное, что сама игра есть. И это, по сути, первая игра нормальная, такая адекватная на Open Computers. Так что можно себя поздравить с таким вот успехом. Ну, вот она опять врезалась. Вот. И, собственно, вторая программа, которая, возможно, вам понравится, это так называемая Code Door, то есть некая блокировка ваших дверей до вашего дома. Давайте я вам покажу, как ее настроить. Значит, для начала вам понадобится обычный компьютер и обычный экран. Ну, комп можно вырубить пока что. Далее. Построим такую вот симпатичную дверку. Так, возьмем какие-нибудь досочки красивые. Так, 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 так. Здесь будет наша виртуальная дверка. Ну, то есть реальная дверка. Так. Теперь открываем вот Open Computers, достаем блок, как называется, красный камень, вот вывод, ну пусть будет так. Ставим куда-нибудь сюда его, соединяем проводом с компьютером, ну и, собственно, вот так вот. Это основа для нашей программки дверка. Так, теперь нужен монитор. Монитор поставим справа от двери, чтобы нам было удобно с ним манипулировать. Так, поставим монитор. Окрасим обычными чернилами его в какой-нибудь коричневый цвет, чтобы он соответствовал антуражу нашей двери, вот так вот. Ну и как-нибудь подсоединим вот его проводом. То есть тут дело не в красоте, то есть вы можете подключить как угодно. Главное, чтобы, собственно, вы поняли, как эта фигня работает. На монитор поставим клавиатуру, чтобы можно было с ним пока что взаимодействовать. Включаем систему. И на таком маленьком мониторчике добавится MyOS. Так, запускаем программку Code Door. И перед вами генерируется вот такое вот небольшое вот окошечко. А здесь вы можете ввести пароль для вашей двери, то есть какой вы хотите. И также можете поставить различные условия, что показывает вводимый пароль и показывает ли нажатие клавиш. То есть это сделано для удобства, чтобы другие игроки не могли видеть ваш пароль, вводимый на экране. Нажимаем ОК. И вот перед вами такая показывается красивая панелечка. Значит, если мы введем верный пароль, 1, 2, 3, 4, 5, нажмем решетку. У нас написано, что доступ разрешен. И сверху вот этого Redstone блока подастся Redstone сигнал. Однако, если мы видим какой-то неправильный пароль, вот так вот, доступ запрещен, и снизу вот этого блока также подастся Redstone сигнал. То есть вы можете сделать некое действие от Redstone, что пароль неверный. Однако, как только вы ввели один раз верный пароль, вы сразу же автоматически вносите некую базу данных этой программки, как доверенный пользователь, и вы можете прислонить палец вот к этой зоне. То есть кликаем на нее, вы, как сказать, ваш отпечаток пальца сканируете, и система также вас распознает как пользователя и выдает сигнал сверху, что пароль верный. То есть, ну, не пароль, грубо говоря, а, скажем так, идентификатор по пальцу. Ну, собственно, чтобы люди не могли нажать Ctrl-L-C, вы просто убираете клавиатуру и ставьте программку в качестве стартапа. То есть, или просто запускаете на компьютере. И вы сможете взаимодействовать с ней только лишь вот такими вот нажатиями прямо на монитор. То есть, не сможете открыть клавиатуру. Значит, кнопочка решетка очищает поле ввода. Вы можете ввести вот так свой ваш пароль. И написано, что доступ разрешен. Значит, как теперь подключить ее к двери? Ну, собственно, все очень просто. Так, сделаю какое-нибудь совершенно безумное ответвление вот таким вот образом. Так, это будет сверху. Подключим как-нибудь это дело к двери. Давайте. Вот так вот. Все, конечно, совершенно, понятное дело, неправильно, но главное, чтобы это сделано, просто чтобы продемонстрировать возможности этой программки. Здесь давайте сделаем классическую поршневую ловушку, а там внизу пусть будет где-нибудь лава. Так, пихаем сюда ведро лавы. Так, берем сюда обычный липкий поршень. Такс. Так, ставим сюда поршень, тык-тык. Сюда ставим блок земли. Вот. Здесь подключаем обычный редстоун. Так, здесь репитер. Сдержка 1.
Здесь уже обычный редстоун. Здесь блок земли, чтобы можно было запитывать. И смотрите, ставим рычаг. Где он тут? Так. О. Наши поршни выгнулись, и наша ловушка готова к использованию. То есть вырубаем рычаг, и вы падаете в лаву в случае чего. Значит, как всю эту фигню настроить? Давайте здесь поставим красный факел, чтобы наша ловушка была постоянно активирована. И, собственно, проведем провод снизу этой фигни. Вот так вот. То бишь, вводим любой неправильный пароль, нажимаем, ловушка открывается. И вас, условно говоря, сбрасывают вниз. Вот так вот. Вот так. А если пароль верный, то бишь 1, 2, 3, 4, 5, тык, ваша дверь открывается. Ну, разумеется, если вы приложите сюда пальчик, то дверь также откроется. Значит, как выйти из этой программы, если она вам надоела или если вам нужен этот компьютер? Все очень просто. Вводите верный пароль, нажимаете решетку и быстро нажимаете звездочку. Все, программка вышла, вы вышли, собственно, наш основной рабочий стол. Значит, где хранятся файлы конфигурации этой программки? Где хранятся все пользователи, как их посмотреть, как добавить кого-то и так далее. Или удалить. Значит, открываем проводник. Программка Finder. Переходим в папку System. Под папка CodeDoor. И есть у нас файлик config. Вот. И здесь у нас некий такой вот аналог массива. То есть show password. Та самая фигня, которую вас спрашивали, что показывали пароль. Давайте поставим на файл. Сейчас покажу, что это значит. Как это работает. Так, никнеймы — это дозволенные ники. То есть, ну, я для себя сюда по умолчанию вписал. Мало ли, кого-нибудь прошку такую вижу. Так, и, собственно, ваш пароль, который при старте программы спрашивается, и показывает ли нажатие клавиш. Поставил false. Закрываем. Закрываем эту фигню. Нажимаем CodeDoor. И, собственно, теперь не будут показываться нажатие клавиш, и также пароль будет обозначен как звездочки. То есть мы поставили две галочки, что false. Нажимаем. Пишет, что пароль неверный. Однако, если прислоним, доступ будет разрешен. Вот так вот. То есть, в принципе, очень красивая, простая программка и, возможно, пригодится кому-то для защиты вашего дома, вашего жилища. Вот. Ну, собственно, две программки. Первая — это змейка, вторая — это. Надеюсь, эти простые софтинки вам понравились, и я постараюсь сделать мою носочку еще более привлекательной для пользователя конечного. Так, сейчас хотел еще показать. И еще есть некая идейка сейчас по созданию программки некого App Store. То есть, что все эти программки, они сейчас очень долго загружаются вместе с операционной системой. То есть, я хотел сделать некую одну прошку, где можно их качать уже будет по желанию. То есть, там по категориям все сделать, но это уже, как сказать, в пределах мечтаний. Вот, так что такие две программки. Вот наша змеечка прекрасная. И, собственно, все. Надеюсь, это видео вам понравилось. До встречи в новых программках, в новых идеях. Пока.